уникальная возможность собраться и сказать то, что мы думаем, посмотреть друг на друга, подружиться, потому что только солидарность хоть какой-то дает надежду на то, что наиболее безобразные проекты московских властей не будут реализованы. Я представляю общественную организацию, программу безопасности радиоактивных отходов. И да, я ходил в устье Соболевского ручья, видел этот пятачок загрязненный. Здесь мощность дозы 0,1, наверное, даже меньше. Там мои же приборы показали больше 1 микрозиверта в час. Радиация реальна, опасность реальна. Так вот, старые трубы, в которых есть радиоактивные отложения, которые лежат под вот этим оврагом, которые законсервированы сверху гаражами, их нельзя трогать. С ними вообще непонятно, что делать. Это уникальный объект. Это что такое? Захоронение радиоактивных отходов? Какой у него статус? Выглядит все как гаражи в овраге, а на самом деле это прикрытие для радиоактивно опасного объекта. Причем опасность его уникальна, ну нету другого такого. Ну только речка течет, ну, где комбинат «Маяк» стоит. Кто-то сказал, что Сергей Семенович Собянин мог не знать про эту проблему. Справочка. Сергей Семенович Собянин с 2006 по 2007 год был председателем совета директоров ОАО «ТВЭЛ», росатомовской конторки, которой принадлежит НИИ «Бочвара». Он что, не знал про это? Ну, наверное, тогда профнепригодность. Это не первый случай, когда московские власти игнорируют радиоактивные проблемы. Я хочу передать вам привет с Москворечи, с другого конца Москвы, где кусок юго-восточной Хорды построен, вот прям вот черканул по могильнику радиоактивных отходов, официальному большому огромному могильнику, холму радиоактивных отходов Московского завода полиметаллов.